Он сказал, что были служения, приглашали его на служение, там, где исцелялись 100%. Исцелялись 100%. Я не знаю, сколько процентов сегодня исцелятся. Значит, может даже 120. Кто-то будет молиться за кого-то. За кого-то, которого здесь нету, и тот исцелится. Аминь. Может быть такое? Конечно. И знаете, вот я хотел, я понимаю, что по крайней мере к концу конгресса весь Криворух должен исцелиться. К концу конгресса должны все приезжие исцелиться, которые с разных областей и при всем том задача Кена, задача Грега, задача Джона и, конечно, задача каждого из нас поменять уровень. Скажите, поменять уровень. Выйти на следующий уровень. Как вы думаете, если мы пробудем сегодня 3 дня конгресса, 3 дня конгресса с 3:30 до шабаша и от в духе. Кто готов плыть в духе сегодня? Да? Как вам кажется, стоит сегодня, чтобы было это необычное служение? Можно так, чтобы это было необычное служение? Значит, и потому где-то пастор Лена еще призовет до хвалы. И после этого через несколько песен, как посчитает Кен, и вы же умеете петь с Кеном? С Кеном. Сегодня вас хвала. Кен приехал специально петь с вами.